самый быстрый. Ага, после меня. Ты смотри, куда едешь. Давай. Ребята, не ссорьтесь. А мы и не ссоримся. Даже и не думали. Команда, новое задание. Перенесем коробки на склад. Идем. Да, сейчас, 3 минуты. Ну, раз, два, смирно. Коллега, и как давно это продолжается? 12:26:38. Святое форматирование. Я вперед! Уступи дорогу! Команда, немедленно помогите шароформу перенести коробки. Идем. Да, сейчас. Это не так просто, оказывается. Все ясно. Нужно срочно подтянуть физподготовку. Команда, вы отправляетесь на планету спортплощадку, чтобы выполнить миссию под кодовым названием «Быстрее, выше, добрее». Итак, на пути вас ждут препятствия, с которыми вы сможете столкнуться на реальной миссии. Преодолейте их и доберитесь до финишной черты. Да нам это вообще не сложно. Ах, да. На этой миссии вам нельзя пользоваться спецприборами. Только собственная сила и выносливость. Без проблем. Я и так смогу пройти любое препятствие. А я тем более смогу. По-любому первым буду я. Мечтать не вредно. Советую не тратить все силы сразу. Полоса препятствий длинная. На старт, внимание, марш! Я подготовлю для этих неудачников свои препятствия. Посмотрю, как они завалят задание. Так. Я родился побеждать! Большая и маленькая. Ах ты, не успел. Помогите! Я провалился! Удачи! Помогу, когда стану чемпионом спортплощадки. Ты что там делаешь? Ничего, так, отдыхаю. А-а-а. Ники! Подожди, я пошутил. Помоги! Спасибо! Отлично! Это станет их финишем! Сдавайся! Второе место для тебя! Сам его займешь! Так... Сам ты толкаешься! А ну вернитесь! Ой! Фу, грязь! Это так и должно быть? Эник, кто-нибудь, помогите! Не мешай мне побеждать! Кто бы говорил? Конечно! Ты все время отставал от меня! Скажи это моим пяткам, которые ты видел всю дорогу! Ладно, давай спросим у Ники, кто из нас победил?
Легко. Ники! Ники, ты где? Ники! А-а-а! Помогите! Помогите, я падаю! Мальчики, я знала, что вы вернетесь за мной. Ни минутки не сомневалась. Итак, по результатам соревнования первое место занимает Ники, как самый добрый и отзывчивый друг. Второе место поделили Эник и Бенник, благодаря отличной физической подготовке и здоровой конкуренции. Навык «Быстрее, выше, добрее» разблокирован. Ребята, вы не поможете отнести кое-какие вещи мне в каюту? Подождите, не туда!